Добрый день, дорогие мои! Как ваше настроение? Вы посмотрите, какая жара у нас в Пятигорске. А я уже работала. Вы посмотрите, какой красивый шарочку я делала. Из елочка. Оцените. Представьте, на такую жару работают наши комбайнеры, наши механизмы, какая жара, да, в поле. А сейчас пойду их навести. Если вам интересно, дайте мне знак. Если вам интересно, я, конечно, покажу, как в прошлом году. Я вам обещала, значит, сделаю. Я вот сейчас стою и представляю, какая жара. Здесь сейчас только моря не хватает, но нас работа ждет. Идем в поле. Дорогие мои, я уже на месте. Вы посмотрите, какой жара здесь. Как будто дверь открыли, вышли как в бане. А вот хочу сказать, показать наши комбайны. Посмотрите, какой пыль выходит. Я пока время есть, подожду им. Хочу показать, как они у меня работают. Очень жарко, конечно. Здесь как будто в бане. Смотрите. Здесь все как положено. Вода. Вода вот стоит, не дай бог, мало ли что, всякие случается, чтобы вода была. КамАЗы стоят, встречают, чтобы выгружать. Вот сейчас этот момент я вам покажу. Смотрите, как идут ко мне, хозяйку идут. Смотрите, комбайны наши встречают. Красиво? Скажите, красиво? Как не встретиться? Хоть один раз в сезоне я прихожу, всегда встречаю. Я им холодную воду принесла, арбузики. Правда, пыльная, но что делать? Зато зимой хорошо. Температура сегодня или вчера жарко сильно? Ну, вчера 69, вот где-то с 3 до 5 самый пик жары. Да. И вот на данный момент, сейчас мы находимся на
64 уже. Представляете, как в бане. Да. А люди работают. А сейчас останавливать не вариант. Каждая минута считана. Каждый день. Каждая секунда и минута. Потому что не знаем, что завтра будет погода. А, хотя урожай не так сильно хорошо. Как ждали? Да, ну как ждали. Ну, из-за того, что дождик мало было, сухо. Ну, благо, да. Ну, спасибо Богу, хотя что есть. А есть места, вообще ничего нету. Да, да. Спасибо Богу, что это есть. Как красиво идут, хлеб собирают. Чтоб всем было все полное, чтобы у всех было хлеб на столе. Если не посеешь, то не соберешь. Если не соберешь, то тесто не будешь делать. Не будет мука. С чего тесто делать? Это все взаимосвязано. Печем лаваши. Приятно. Муки покупаем и, допустим, делаем. Да? А как это все делается? Это же надо ценить, уважать свой труд. Люди как работают. Как в бане. 69 градусов мы заходим в нашу баню. А здесь... Еще и в комбайне, как эта жара, закрытое помещение. А как пыльно. А как пыльно. 5 минут зашли, уже мука стали, как будто хлеб печем. Ну, так работаем, дорогие. Ничего из неба не сыпется. Надо всегда стараться и добиваться. Поэтому результат видно. А говорить легко. 5 минут и все говорила. Всю жизнь рассказывала. А как все это создать, как все это годами. Да, повезли зерно. Это зерно или что повезли? Да, зерно повезли уже все. Машина полная, комбайн, зерно повезли на центральный ток. Центральный ток. Там еще обрабатывают, да? Очищают. На завах очищают, а потом в борты складывают и уже она лежит, уже готовая. Чтобы не пропало. Чтобы не пропало. Да. Там тоже химия надо. Ну, химию как бы не добавляют при хранении. Только добавляют, там, ну, если влага попала какая-то, таблетки от алганоса, да, чтобы не заводилось. Да, да, да. А так, в принципе, из сухое зерно оно лежит до следующего года. Даже пошла и потом уже А долгоносик это который вот в муке, в пшеницах, да, заводится? Это который, да, везде он заводится и поедает. Который мы с тобой поджаривали. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Хотела колхозный хлеб. Я тебя привез в столовую. Это вот компания «Моя мечта». Село Елизаветинское. А вот здесь, как старые деревья времена. А вы знаете, как мне нравится. Смотрите, как обслуживает. Смотрите, вот половники висят. Смотрите, как красиво, чисто. Не так, как в ресторане мы все привыкли. А мне нравится такой жизнь. Здесь готовится еда для нашего комбайнера. И я тоже буду попробовать, чтобы знать, что они кушают у меня. А здесь еще вот такой хлеб подают, который на дорогу просила. Говорит, Армен, я хочу колхозный хлеб, который раньше кусал. И вот сын мой привел. Смотрите, какой вкуснятина принесли. Посмотрите, по-домашнему. Огурчики сами готовили, как мы. Сейчас дождь пошел, мы вышли на улицу, приняли решение, что едут туда, где нет дождей. Красавчики наши. И все одинаковые. Ласточка, я их называю ласточка. Дождь это тоже природное явление. Конечно. Это тоже хорошо, да. Вон стеной дождь стоит. И вон стеной дождь стоит. Смотрите, как ведро.